Хотите увидеть выступление несуществующей группы? Приходите на «Зенит-арену». Организаторы музыкального фестиваля в Петербурге предложили зрителям выбрать, кого из мировых звезд пригласить в город с концертом. Вот только человек, писавший объявление для светового табло, наделал массу грамматических ошибок. В названиях групп «Рамштайн», «Радиохэд», «Лимп Бизкит» и «Ред Хот Чили Пепперс» были перепутаны или вовсе отсутствовали нужные буквы. Пользователи соцсетей отмечают, что после таких вещей ни одна из указанных групп не согласится выступать на «Зенит-арене». Кстати сказать, накануне репутация этого объекта оказалась подмочена еще больше в прямом смысле слова. На «Зенит-арене» строительство, которое обошлось в 43 миллиарда рублей, протекла крыша. Уборщики не успевали вытирать лужи. В холле и коридоре под потоки воды приходилось даже подставлять мусорные баки.